11 января – День заповедников и национальных парков. Это официальный праздник Российской Федерации, который отмечается при содействии экологических организаций страны. Последние десятилетия укоренились такие выражения: охрана растительного и животного мира, охрана исчезающих видов животного мира. Говоря о природных территориях, которые созданы на территории нашей страны много-много лет назад, хочется отметить, что все эти природные территории, парки, заповедники работают и действуют успешно. Нашим Ханты-Мансийском округе также созданы природные территории. Это парки, федеральные заказники регионального значения. Это различные природоохраняемые территории. Но как туда попасть? Не каждый может попасть в природный парк или в заповедник. Но каждому хочется узнать об этом. И этому, конечно, может помочь книга. В Кандинской библиотеке имеется замечательная книга «Особо охраняемые территории Югры». Книга эта издана на прекрасной бумаге, отличные качественные фотографии. Здесь напечатаны карты природных парков, заповедников. Это издание снабжено полезной информацией. Здесь вы можете прочитать о природных заказниках, заповедниках регионального значения: Березовский, Вагулка, Унторский, а также о памятнике природы регионального значения Ильичевский порт. Уважаемые читатели, я приглашаю вас в нашу библиотеку прийти и познакомиться с этой удивительной книгой, перелистать страницы, погрузиться в удивительный мир природных территорий нашего округа.